Всем привет! Мы находимся в Карелии, в парке Рускеала. И сейчас у нас, извините, большая компания здесь. Это все наши ребята. И мы стоим на аттракцион, это называется зиплайн. Вон, ребята цепляются наверх, и они полностью вот спускаются через весь карьер, каньон, как он называется. И карьер, и каньон. Вот. Так, сейчас билеты куплен, стоит 1000 рублей. В принципе, вот так он выглядит. Сейчас дадут снаряжение, и мы спустимся вниз. Я попробую заснять все, пока буду ехать, и покажу вам, как выглядит местный мраморный каньон. Короче, я это самое, оделся, смотрите. Страховка на мне, все эти кольца. И мы поднимаемся, чтобы спуститься уже. Вот вид сверху отсюда. Сейчас чувак уйдет, я, наверное, за ним где-нибудь полечу. Или вот за той девушкой. Сейчас будет круто. И будет весело. Даже легкий мандраж появился. Заново припасть. Вы полетите с кем-то в команде или один? Ну, можно в команде, вот, девушка. Дождемся, пока поднимется. Хорошо. Я такой слипу, и я как раз сейчас жду. Ну да, можно там. Да, техника безопасности, послушайте, пожалуйста, внимательно, все вопросы после нее. Во время полета ролик не трогаем, трос не трогаем. Где все известно, чтобы воду и рюмки были в ладошке. Можно вообще не держаться, потому что обещание все после пляска держит. Как все, вот это наши делать ничего не нужно. Во время полета вы можете управлять с собой махом ног влево-вправо. К примеру, закручивают вас вправо, да, вы подмахиваетесь в противоположную сторону, и так можно с собой рулить. Mm-hmm. Так, в принципе, все, бензин только то по команде, раньше времени не вылетает. Хорошо. Сядем, пожалуйста, полностью. Нормально, не давит, не режет? Да нет, нормально. Стоим обратно, ждем, ничего не делаем. Пам-пам-пам, сейчас полетим. Поехали. Да? Привет. Ну, неплохо, да. Спасибо. Ну вот, это был зиплайн и мраморный каньон. Было очень прикольно. Не страшно вообще. Более забавно так. Даже можно еще прокатиться, но 1000 рублей. Да, так что было подешевле, рублей так 200-300, можно было покататься, да, на самом деле. Так что вот, все, спасибо за просмотр. И до следующих встреч. Тихонько, вон, долю это ставить.